Друзья, здесь очень-очень интересно. Рядом со мной Тимур Дадаев, представитель Газпромбанка, спикер нашей деловой сессии сегодня. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Сергей. Давайте немного подробнее о сессии. Какая была тема? Ну, я начну с того, что я не первый раз на ритейл-техе. Спасибо организаторам, что часто приглашают. Тема была у меня цифровизация банковских продуктов и услуг, направленных на снижение расходов для компаний и для работников. Расскажите, насколько ваша работа сейчас помогает экономить и помогает ритейлерам получать больше прибыли? Ну, она напрямую связана, потому что если говорить о принципах принятия решений, у многих организаций сначала идет вопрос экономического эффекта, далее это проходит через призму любовь в первую очередь к людям, и появляется задача сделать качественные продукты и сервисы для сотрудников. И вот как раз здесь появляется надежный партнер Газпромбанк, который готов помочь дать качественные продукты, качественный сервис и сэкономить деньги тех же сотрудников, которые и делают бизнес ритейлеров. Поэтому здесь тесная взаимосвязь, и очень приятно сегодня было услышать от многих компаний, что они реинвестируют денежные средства, полученные от основной деятельности, в людей. А мы помогаем людям получить эти денежные средства в виде банковских карт, зарплатных проектов, рефинансирования, получения потребительских кредитов, кредитных карт. Мы запустили отличные продукты и сервисы, которые в первую очередь помогают людям и, конечно же, компаниям. Замечательно. Давайте немножко про тренды. Какие интересные тренды наметились сейчас? Я знаю один замечательный супер тренд вашего банка, например, который выделяет вас из сонма всех остальных. Но, может быть, от вас какие-то интересные замечания? Ну, от нас в первую очередь мы работаем с картами China Union Pay сейчас, да, и мы видим, как история активно разворачивается вокруг международных платежных систем. Мы хотим, чтобы наши клиенты получали постоянный доступ к своим денежным средствам, вне зависимости от того, где бы они ни находились. Если говорить о трендах, то мы делаем качественный зарплатный проект, мы помогаем людям изменить силу привычки, потому что многие достаточно давно уже связались с одним банком и считают, что лучше просто нет. Это как с домашними тапочками. Они старенькие, домашние, а выкинуть жалко. Для нас важно, чтобы люди получили возможности. И как раз мы этим и занимаемся. Мы делаем те продукты, которые отвечают современным требованиям. Потому что наша продуктовая линейка в первую очередь направлена на людей. Но здесь, когда мы обсуждаем с многими партнерами, что для них важно, они всегда говорят, нам важно, чтобы у людей был качественный продукт. И вот это как раз приятно слышать. И мы с этими клиентами с удовольствием находим тесный контакт, потому что когда люди замотивированы в компании, и компания сразу в плюсе. И здесь, собственно, рядом банк, который сопровождает их. Чем больше клиента рады, тем, собственно, больше эффекта положительного в целом для отрасли, для клиента, для компании. Вот такой вопрос. Мы все понимали, что рано или поздно что-то такое может произойти, и мир поэтому и появился, да, что были какие-то повестки, которые давали нам возможность понять, что наша платежная система необходима. Но резко произошедшее, что произошло, вдруг обратило внимание, что Union Pay нет практически нигде. Пластика есть мало где. И вдруг ни с того ни с сего ваш банк имеет и пластик, и карты, и все договоренности и так далее. У вас сидит какой-то специальный медиум, который... Провидец, который все это знал и ведал, или просто так сложились обстоятельства, просто повезло? Ну, у нас более чем сильная продуктовая команда, которая оценивает тренды и понимает, что нужно использовать все возможности. Я сегодня как раз и говорил о том, что важно знать, какие у тебя могут быть преимущества и возможности. Сделали этот шаг заранее, и вот, собственно, сейчас можем предоставить эти карты нашим клиентам. И что немаловажно, в мобильном банке Газпромбанка можно сделать цифровую карту бесплатно в рубли, евро, доллары за 5 минут и привязать ее в кошелек Huawei Pay. Друзья, хочу поскорее закончить это интервью для того, чтобы поскорее выпустить карту Union Pay, для того, чтобы платить все свои подписки. Буду рад, чтобы наше количество клиентов росло, и буду рад, чтобы были такие заинтересованные, заряженные, которые сразу принимают это решение, потому что многие начинают сомневаться, а что же мне делать со старыми моими счетами и так далее. Мы поможем сделать переход бесшовным, поэтому вы знаете мой номер телефона, я думаю, у нас все получится. Спасибо. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо.